После того, когда я беседовал с тысячами людей, находясь в поездке поездках по всей стране, после того, как я изучал все вопросы, поданные мне, я решил, не откладывая, уже сегодня заявить, что я буду участвовать в президентской гонке. Я не могу оставаться в стороне в условиях, когда такой беспредел царит в стране. Я не могу оставаться в стороне тогда, когда я понимаю, что нужны активные действия для того, чтобы вывести страну из тяжелейшего положения. И поэтому я принял это нелегкое для меня, поверьте, решение. Надо решать все методом кавалерийской атаки. Вот шашки на голову и пошли. Я говорил по этому поводу и с Юрием Михайловичем Лужковым. Мы с ним партнеры по движению. Он горячо поддержал мое решение, но оно принадлежит мне. И он сказал, что считает его абсолютно правильным. С государственной...